Изготовление кукол, плетение корзин, роспись деревянных игрушек. В Тюмени состоялся фестиваль литературы и искусства. Масштабная арт-мастерская развернулась на площади у главной библиотеки области. Посетила ее и наш корреспондент Екатерина Кальченко. Уже второй раз областная библиотека проводит фестиваль литературы и искусства «Библиарт», чтобы привлечь внимание тюменцев к творчеству, книге. Сегодня здесь работает 15 интерактивных площадок, роспись деревянных игрушек, лепка из полимерной глины. Ну а для настроения выступают творческие коллективы. Пропагандируем русскую культуру, чтобы народ не забывал русскую культуру, чтобы знали, что они живут в России все-таки. На данный момент поиграть с людьми, пообщаться, узнать что-то новое. Быстро научиться рисовать картины мечтают, наверное, многие тюменцы на этой интерактивной площадке. Учат рисовать пейзажи за 7-10 минут. Работают с учениками не художники, а психологи. Они помогают переключить внимание человека и вот исполнить такой шедевр. Рисование, в общем-то, это такое открытие скрытых талантов и возможностей, наверное, своих. И, конечно, наверное, пойдем учиться. Что сейчас делаете? Куклу будем делать, Берегиню, Берегинюшку, да? Мы хотим сказать, что библиотека сегодня – это учреждение не только информационное, но и культурно-досуговое. И то, что вы здесь видите, это как раз пожелание наших читателей, чего они сегодня хотят получить от библиотеки, в том числе и работу мастер-классов, и работу клубов. Екатерина Кальченко, Александр Вележанин, «Тюменское время».